Всем привет из солнечного Сочи. Декабрь месяц. Ого, дымится как, нифига себе. Капец. Кочегарит, блин, вонючим. Сегодня у нас маршрут дня в Сириус. Вчера ездил в Красную Поляну, ну, в Розу. Розу хутор. Туда на ласточке. А, он тащит вагоны все эти. Сзади, что ли? Или спереди? Непонятно. Вот. Что-то туда заходит на дождик. Вчера ездил. Так, сейчас тут надо пропустить машины. О, никого нету. На ласточке доехал в Розу хутор, покатался там, в Эстосадок поехал, в Красную Поляну, из Красной Поляны в Адлер по трассе. Получилось 50, по-моему, 58 километров. Получилось. Красавец. Полетела ласточка. Куда держишь путь, братан? Да. Решил в Сочи снимать постоянно в 4К. Ого, тут пробки аж начинаются. Отсюда. Обалдеть. Обалдеть. На вечер передают дождь. Мне надо перестроиться на ту сторону. Тут поставали уже, блин. Что они тут поставали все? Все стоит, в общем. Все стоит. Ну давайте уже езжайте. Поехали, 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 поехали. Поехали, 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 поехали. Поехали, поехали, поехали. О, спасибо.
сейчас заедем на эту набережную, которая с правой стороны. Здесь начинается. Посмотрим. Давай, пазик, смещайся. Молодец. То едут по все дороги. Единственный, конечно, минус ездить с Адлера в Сириус — это пробки. Это куча машин, надо петлять, где-то сворачивать, обгонять. Головняк целый. Ну, можно по тротуарам, конечно, ездить, но они ж не везде как бы есть. Вот. Поэтому как-то да, единственный минус — это куча машин, и с утра до вечера постоянно. Ну там бывают, да, моменты такие, что пробок нету. Ну, в основном это пробки, и ты вот это петляешь мимо этих машин, чтобы никого не задеть, чтобы тебя никто не задел. Постоянно вот этот движняк этот. В Ялте, конечно, насчет этого плана намного удобнее, лучше ездить там. Там пробок таких нету. Ну, ты как по центральным улицам, по Московской, по Киевской особо не езжу. Всегда там дворами, пешеходкой. Ну что, сейчас посмотрим, что здесь делается на набережной. О, еще один полетел. Даже он машинами заезжают, ставят прям на берегу. Прикольно, он поставил мотоцикл и пошел на берег. Тоже прокаты, велосипеды всякие там, всякие причиндалы. Люди отдыхают, балдеют. Тут тоже перелаживают плиточку новенькую, стелят. Эх, хорошо на море зимой. Одни местные. Ну и чуть-чуть туристы есть. Чуть-чуть. Совсем. Совсем чуть-чуть. Люди туда-сюда. Тут в основном закрытое все, кроме отелей. Все-таки на Меретинке там
больше народу тусуется, чем здесь. Но здесь зато тихо, спокойно. Выпал на лавочку и сидишь, и балдеешь. Стройки, стройки. Все что-то ремонтируют. Что-то строят. А тут уже и закрыто. Сейчас будем разворачиваться. Или не закрыто. А, тут вот еще вот такое есть. Какие-то. О, тир еще даже есть, нифига себе. Еще и тир есть, еще и люди сидят. Велосипедики. Мужички сидят, отдыхают. А, ну вот она, да, заканчивается уже. Прикольненько. Сейчас развернемся. Поедем назад. Морем пахнет хорошо. Так, фары можно, в принципе, уже снять. Зачем они нам нужны? Уже не нужны нам фары сейчас. Сейчас снимем. Спа-центр Адлер. Фары спрячем. Все, поехали дальше. Поехали в сторону Сириуса. Лазурь, бич-отель, 4 звезды, нифига себе, прям на побережье, я представляю, цены здесь серьезные. Цены серьезные, по-любому, по тысячной на 15-20. Капец, ветер. Дует ветер.
тут тоже с этой стороны перелаживают литочку, что-то ремонтируют, что-то подделывают. А что, все равно зимой делать нечего. Хоть что-то по чуть-чуть готовиться к весне, к лету. Потихонечку. Чтоб потом не все так сразу. Пальмы большие здесь. Вон. Красивые. Красивые пальмы. Нету, это хорошо. Так, товарищ поворачивает, а мы свернем здесь. По пешеходке поедем. Собака. С правой стороны пансионат какой-то там. Забыл, как он называется. Он пансионат, конечно, шикарный. Там, блин, территория вся зеленая. Вся территория зеленая. Мы на этой набережной. Но я думаю, они уже здесь закончили. Но там остатки где осталось. Думаю, они там уже закончили. Только кто там в конце, там где ресторан, сыроварня. А вот там они, да, еще делают. Местами там, местами сям, везде по чуть-чуть. Ну, здесь, конечно, намного шире стало, как было позапрошлом году. Здесь вообще было узенько, а сейчас они вообще сделали прям, не знаю, во сколько раз стало шире эта вот часть, намного шире стало. Что там еще ложат?
что ли. Кракозябры. Ходят, выманивают деньги. Давайте сфотографируемся и с вас 500 рублей. Прикольно, на берегу поставили эти сиреневые такие мягкие пуфики. Тир пустой, никто не стреляет в тире. А вот тут бассейн с подогревом, кайфуют люди прям на возле моря. Балдеешь. Ценники там тоже, я думаю, по 15 тысяч, по 20. Прямо на набережной. Ну, я имею в виду, летом, наверное, по тысяч, наверное, 12-15. Стоят там. Так, свернем мы не здесь. Свернем мы там дальше. Свернуть даже здесь. Ой. Капец, ветер. Чуть-чуть объедем. А этот чё? Так, нам, по-моему, сюда. Ну да. Нам сюда. Thank you.
роботы, полицейские эти. А вот мы и с этой стороны уже. Сейчас будем переезжать на ту сторону. На сторону Сириуса. Сейчас пропустим тетю, дядю. Сейчас перейдем на ту сторону. Ой, 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 ой. А что они там? А, они с той стороны там закрыли. Чтоб не ходили люди. А, ложат еще. Еще ложат. Понятно. Пускай ложат. Тут тоже еще не закончили, хотя он велосипедист поехал. А уже открыли, что ли? Открыли, точно. Ничего себе, прикольно, открыли уже здесь. О, так это хорошо. Ничего себе, молодцы, чтоб не обижать. Прикольненько. Сириус. Сириус. Да, такие вот повесили штуки. Всякие эти. Но тут нет уже, да. А тут что будет? Тут тоже что-то будет интересное. Так, тут что за фотосессия? Какие-то фотосессии. Целая делегация всех в галстуках. О, елочка. Дед Мороз. Все, мы уже в Сириусе.
когда там дождь, передавали к 6. Не, ну прикольно, да, здесь они уже заканчивают с левой стороны. Хорошо, да. Обновляется, что-то новенькое добавляют. Ой, а ты куда едешь, камазист? Давай уже, езжай. А что тут, ремонт дороги? Ну да. Дороги. Да, сегодня ветрено, однако. Однако ветрено. Все, едем загорать на пляж. Елочка горит, да? Тут, конечно, этих елок просто тьма. И там, и сям. Везде эти елочки. Так, ладно. Поехали. На Имеретинскую набережную. Что он там встал? А мы здесь объедем. В октябре я приезжал с правой стороны здесь. Ну, это 2 года назад было. Работали всякие магазинчики, а сейчас что-то ничего не работает. Все закрыто. Сегодня где-то плюс 16, плюс 17, но ветер. Ну, в принципе, ветер такой. Не холодный, не зимний. Такой осенне-весенний. Когда они же тут закончат. Против ветра едем.
встречный ветер. Кто-то бегает, кто-то на велосипеде едет. Но все равно пешком или бегом ты столько не пройдешь, не пробегишь, как ты проедешь на велосипеде. Капец ветра на сегодня. Ну а что поделаешь, зима. Хорошо, что хоть снега нету здесь. Да, хорошо, что нету снега. Если хочешь снег, то езжай в Красную Поляну. Ух ты, ветер как задувает, смотри. Красиво он с правой стороны. Горы вдалеке видны. Красота. Да, люди все равно, хоть и ветрено, все равно гуляют. Крокус Фитнес Сириус. Вчера здесь занимался на турнике и брусьях. А чё? Удобно. Едешь сюда, в эту сторону. Поставил байк, пристегнул, позанимался. Поехал на поющие фонтаны, взял хот-дог, кофейка, перекусил. Полетел он. Красавчик. Вдалеке уже. Что ж они тянут здесь, не стелят? Или они там закончат, а потом уже будут здесь стелить? Так вот сделали. Прикольно. Можно вот так вот делать. Собака. Разделительные полосы, беленькие такие. Тут еще перекрыто. Что ж вы так долго, ребята, это все тут делаете? Ох, какая пальма шикарная. Большая такая, листья такие. Да тут все пальмы шикарные. Ой, листья, блин, такие здоровые. О. Листья, да. А что они тут? А, они тут перегородили. Надо назад, что ли? Наверное. Сейчас развернемся.
открыто здесь. Да, ветрено, однако. Все равно люди ходят, гуляют. Дождь вроде передавали на 6 часов. Может, успеем до дождя. Тут что-то эти ленточки оборвало. Ха. Непонятно. Там ленточки есть, там нету. Есть, там нету их, не поймешь. Или уже здесь эту часть открыли. Открыли. Скорее всего, уже. Тут закрыто еще. Непонятно. Тут прям замотали так, чтобы никто не ездил. Ну да. Чтоб никто не ездил. Обмотали. По-серьезному. Да, все равно, хоть и погода такая ветреная, а люди все равно гуляют. Бабушка не спеша крутит педали на трехколесном байке. Тут нет уже их. Не поймешь, где есть, а где, блин, можно ехать. Непонятно. Вообще непонятно. Кафе Бон Аппетит. Оно открыто здесь. Вроде да. Здесь можно уже. Впереди опять перекрыто, заморили. Погодка сегодня пасмурная. Фотосессии устраивают.
тут идут, снимают девчонки. И мы тоже едем, снимаем 4К. Едем, снимаем. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Тут еще ремонтируют. Камеры вроде висят на столбах. Ну да. О, собаки там. Там собаки, стая собак. Кто-то там им пиликает. Сидит, смотрит. Что они там снимают? Там ничего нет такого, чтобы можно было снимать. Чуть-чуть притопили. Это Чайхона номер один. Морем пахнет, о, хорошо. Надо сидушку, наверное, поднять чуть повыше. А тут он ездит. Непонятно, но сейчас все вернем. Кусками где-то открыто, кусками где-то закрыто. Ветром уже половину оборвало. Что там
впереди. Перекрыли. Так, а там что впереди? Что, открыто? Здесь вроде открыто. Можно притопить. Открыли здесь, да, открыли, хорошо. Можно здесь вот, я вообще здесь занимался на турниках, но можно и там. Просто надо с собой брать эту, как там ее, застежку, чтобы застегивать. Да, на пляжике сегодня не особо будет комфортно. Ветер такой, прям там возле моря, я думаю, тоже задувает нехило. Доехали до конца, самого конца. Сейчас здесь остановимся. Вот здесь вот. А ну-ка. Да, сидушечку можно. Поднять. Чуток можно поднять. Ну, доехали до самого конца, там, где уже видна Абхазия. Вон она, Абхазия уже. Вон Гагра, там она. Гагры, Пицунда. Мы еще не были в Абхазии. Скоро поедем в Абхазию. В Абхазию, да если ехать, это километров 40 до Гагры и 40 назад, 80. 80 км. Так, что я хотел? Хотел сидушку поднять чуток повыше.
сейчас найдем мы. Ключ наш. Вот он. Так, какой там ключ? Надо сейчас посмотреть. Чуток, чуток, всего лишь чуток поднять. Чуток всего лишь, да? Сейчас проверим. Да можно еще даже поднимать. Еще можно чуток. Да, все, хватит, закручу. Все. Сел задний.